То, чем занимаюсь я, связано со стороной Украины, с ее людьми, с ее гражданами. Вот. А то, где начинается государство Украина, я не понимаю, что. Я честно, я пропускаю во всяких фейсбуках, во всяких газетах все, что касается. Я Зеленского, Порошенко. Я не могу это все читать. Я понимаю, что это не в моей компетенции. Я пока не вижу, у меня нету представления о том, кого бы я хотела там видеть, кого бы я не хотела там видеть. Я не пытаюсь в этом разбираться. У меня вообще другая задача. У меня задача, как бы, связанная с людьми. Все равно бегут, разные, и Стаханов, и из Марьинки ехали. Абсолютно разные направления. Данька, у тебя семья там осталась? Да, семья осталась там. Мать, бабушка и дедушка остались там. Я приехал сюда один. Так и живу. По-честному, это нарушение прав человека, право на передвижение. Все эти, вся эта пропускная система. Почему обычным гражданам, мамочкам с детками, нельзя спокойно уехать из одного места своей страны еще раз, в другое место в своей стране? Что это за ерунда? Мне кажется, что это очень и очень неправильно. И тем, кто все это сейчас организовывает, это неоднократно желание у чиновников сделать вид, что проблемы нет. Их встретили они в козлика. Куда девочки? А козлики? Мы не знаем, что делать с этими людьми, пусть они сидят там у себя в своем Донбассе. Вот я это так понимаю. Нет человека, нет проблемы. Нет переселенца, нет проблемы. Должна быть программа, и понятно, что не выход. Должна быть программа на национальном уровне, как бы направленная на, если вы, извините, считаете, что это наша страна, что это наши граждане, то со своими гражданами надо как-то работать. Они две сестры, эти пять. Ну туда. Слуганской области. Это мама. Наконец, для детей у нас написано. Уроки английского, детский кинозал. Для меня очень важно было во всем этом, что мы встречаем людей как люди, что мы не представители никакой структуры государственной, что мы, как бы, эту помощь передаем от одних людей другим людям и работаем как вот такой вот теплопередатчик. А, товарищи, а наш что, Speaking Club разве будет в эту субботу? Она же в прошлом была. Это, наверное, зря он тут висит. А теперь я его обратно зашла. Ну, напечатать, конечно, идти, горлопонятно. Как будто его не знают. Вообще, мы настолько это поразились, как был хвостиком, и тут вообще его к нему, ну, не... Будут подарки учителям, и Ангелина мне помогает создать эти подарки. Ангелина любит рисовать, она совершенно замечательная. У нас был ребенок на занятиях, низко летел самолет, и он побежал прятаться в центр. Мы рисовали на улице. Я прибежала, он говорит: нет, я не прячусь, я просто побежала посмотреть, что там происходит. Я говорю: послушай, где-то нормально бояться. Оказалось потом, когда я поговорила с его родителями, что этот ребенок видел, как прямо перед его лицом разрываются грады там, в том городе, в котором он приехал. Вот только они приехали в Харьков, он попал на 22 февраля на теракт, и прямо перед его лицом погиб человек, харьковчанин. Существует как волонтерская, вот то, что вы видели там, рисование. Причем у нас две студии и тоже переселенцы. Пока. Все, деток нет уже, все ушли? Ага, английские будут. А, ну большие, да? Да. Угу.
Мы подарили Марусе вышиванку, и Маруся поехала в Польшу по приглашению от их Евромайдана, нашему Евромайдану. Я очень хочу этим не заниматься, честно. Я очень хочу, чтобы заработали издательства, можно было делать детские книжки спокойно. Пока это плохо получается в голове сделать. Я несколько раз думала серьезно о том, что надо со всем этим завязывать и уходить в частную жизнь, особенно когда дети на меня ругались, что они меня не видят, и я не интересуюсь их жизнью. Что? Сейчас не просто жизнь, сейчас совершенно случайно. Совпадение. Ситуация, что я дома. Обычно этого не бывает. Ты будешь волонтерить на Эдкэмпе? Что? В каком Эдкэмпе? Эдкэмп. Это такой педагогический слет. Там мы с сынкой будем участвовать. Это наши партнеры. 22-23. А, это тоже интересный разговор. Когда в моей жизни появилась Украина, да? Ну, понятно, что в 90-е никакой Украины не было. Потому, для меня. Ну, у меня Москва была моя столица, там жили мои друзья, к которым мы ездили, когда мы занимались всякой там около политикой. Мы туда ездили за антисоветской литературой, ездили в Москву, в Прибалтику. Конечно, я же советский человек, то есть вполне себе совок, и я воспринимаю, то есть вот эту вот центростремительную систему, Москву, как свою столицу, а... При этом, как у меня в семье, у меня папа полтавчанин, и у меня всегда был, ну, фактически культ Украины, украинского в доме. То есть серьезное уважение к этому. Но при этом это все, как бы, я не воспринимала это страной. Потом мы с еще одной нашей литстудийной подругой Леной Шениной делали книжку «Украинский за мое свято». И мы ее делали сразу на украинском. Можешь взять там книжечку, она там на полке над компьютером лежит. О, правильно, вот давай книжечку, спасибо. Вот, вот такая книжечка, вот в ней все картинки двигаются, они живые. Вот тут появляется ангел, пришел до Марии и сказал: «Радуйся, Мария, бо у тебе народиться дитина, и назовут их Иисус». И вот это вот был 2002 год, и для меня началась Украина. При этом я остаюсь русскоговорящей еврейкой, и меня устраивает обе эти ипостаси. То есть украинский в такой в латентной форме, то есть я на нем пишу нормально, могу там писать, редактировать тексты, и если попадаю в языковую среду, то день на третий начинаю нормально разговаривать. Мама. Нет, Тигра там звали Шерхан. Тигра звали Шерхан. А Падеру звали Багирой. А вам по сколько лет, девчонки? Мне 8 будет. Мама маленькие еще, да, для подросткового еще маленькие. Когда вот это вот волонтерское движение захлестнуло страну, и я в этом участвовала, мне показалось, что то, что здесь сейчас происходит, беспрецедентно. Мне до сих пор это кажется. И что единственное, чем мы можем... Что-то единственное, что я противопоставляю своим ватным друзьям в разных концах света, когда мне говорят, что принес ваш Майдан, что хорошего, вот у вас выросли коммунальные тарифы, вот вообще ваш Яценюк козел, и реформы не ведутся, что вы выиграли свой Майдан. Единственное, что я могу сказать, после чего все вокруг затыкаются, я говорю, волонтерское движение. Потому что мне кажется, что это вот то самое настоящее самоуправление, в некотором смысле реальная власть в стране, человеческая, которая есть.